Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева, двое. А я возьму. Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Удивить, Игорь. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Давай уже к делу. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Обращай внимание. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою.
Тогда вперед. К реактору. Бегом. Привет! Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Давайте побыстрее с этим покончим. А так это я тебя задерживаю? Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследования мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь, во время катастрофы, 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить? Господи Боже! На помощь! Оливер! Куда ты делся, Оливер?